Андрій Золотарьов, керівник центру «Третій сектор», з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Нова соціологія від центру Разумкова. З такими цифрами виходять кандидати, вийшли би та до голосування, якби вибори у нас відбулися найближчим часом. Чи скажіть, зрозумілі вам ці цифри? Президент Зеленський, чинний гарант, впевнено, тримає своє лідерство зараз, завдяки чому, як ви бачите, і хто був би його конкурентом у виборчій гонці, якби вона і справді зараз відбувалася? Смотрите, я очень так осторожно подхожу к социологическим опросам, потому что есть такой фургон, эффект фургона с оркестром, когда соцопросы используют как инструмент политической пропаганды. Ведь у нас, мы точно не знаем, сколько в данный момент населения в Украине живет. А как на основе этого делать достоверную информацию? Или когда другая компания показывает, что всего 5% не собираются голосовать? Ну, знаете, это вызывает безусловно вопрос. Но есть несколько констант. Безусловно, по всем соцопросам, да, есть лидерство Зеленского, есть лидерство «Слуги народа». Но «Слуга народа» вот по ряду вопросов, мы что видим, оно потихонечку попадает уже в нисходящий тренд. Есть ряд, скажем так, таких моментов, как антирейтинг Петра Порошенко, который никуда не делся. И пока, ну, собственно, и это предопределяет исход, скажем, если моделировать президентские выборы, то примерно с результатом 60 на 40, это уже не 73%, но 60 на 40 Зеленский побеждает любого из своих оппонентов. В чем причина? Ну, наверное, к Зеленскому очень много претензий и вопросов. Это видно не только по соцопросам, но и по фокус-групповым исследованиям. Но когда людям задаешь вопрос, а почему же вы все-таки будете голосовать за Зеленского, ну, а другие еще хуже. По сути, выбор Зеленского – это была красная карточка старой политической тусовки. И, собственно, эта красная карточка, она не потеряла актуальность. Пока она сохраняется, ну, мы увидим ту ситуацию, когда, по сути, президенту нет альтернативы. Нет соперника, который мог бы ему бросить выбор. Ну, а такая ситуация, как минимум, будет сохраняться до конца этого года. А альтернатива, пане Андрію, скажіть, чи може раптово з'явитися, до прикладу, в притул до виборів, так? Тому що, ну, президент Зеленський, він спочатку казав, що він не планує там на другу каденцію йти, потім вже з'явились розмови про те, що буде дивитися по рівню довіри громадян до нього. Оце питання незвіданого, так? От хтось може з'явитися як джокер і наламати всі карти взагалі президенту Зеленського? Знаєте, по сути, антизеленский должен появиться из нового поколения политиков. Это принципиально, потому что политик старого поколения Зеленского не перебьет. Это раз. Два, такой персонаж еще не появился, и естественно, необходимо время. Вот как чертик из табакерки он не выпрыгнет, это тоже надо понимать. Пока, ну, имеем то, что было годы, два года назад. Примерно расстановку сил как среди кандидатов в президенты, так и среди политических партий. Почули. Дякую, пане Андрію, що ви до нас доєдналися. Андрій Золотарьов, відпускаємо, керівник центру «Третій сектор», до нашої розмови доєднувався. Прошу, пане Олеже, ви перші підняли.